Окей, дальше, походу, мой трек будет, наверное. Я уже надоел спрашивать, как у вас дела, а чтобы другой спросить. А сколько у вас тут, кстати, примерно? Кричите, я пойму. Человек 10, походу. Да, походу, 10 человек. Сколько вас? Давайте еще раз, сколько вас здесь? Ну 20 на градус нормально. Мы все равно не собираем. Посмотрим после следующего трека, сколько человек будет. Может придет там. Ну что делать? Эрик Вайс. Код 2011, май месяц. Я в шестерку, ты кричишь снова, дай 5. Но ты сейчас, погоди, пацан, не дай 10. Я уверен, ты мне будешь скоро кричать. Я знаю, что кого-то тут я заебал, кого-то поразил. Кому-то здесь прибавляют мои фразы и сил. Пара своих слов, да, истекает парафин. Кому-то будет держит, он не знает карабин. И все ваши слова в сети лишь придают силу, чтоб по головам идти. Ты пишешь мне через сеть, ты мудак, ты чувак. Но твой бред меня не ранит, и да, я читак, это факт. Ходишь за глаза, но будто левый мусорщик на рынке не вывозишь. Замазал, как бы ты позже рассказал, но тут дело пацан. Том, что прямо на глазах ты развернул ложи назад. И сколько бы ты ни пытался, ман, своими словами тебя не свести с ума. Так что ты празднуй, ни разу буду фраз. Нету силы прямо спасти, дебилов, они фраз летят мимо меня. Пускай погодь лежит мыши небес. Я не расстрою тесно, я упаду в лес. Я верю в себя.
Yeah.
нас тем больше не ждут, когда все стали тихими.